Я не любви твоей прошу. Она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте ревнивых писем не пишу. Но мудрые прими советы. Дай ей читать мои стихи. Дай ей хранить мои портреты, ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужнее сознание полное победы, чем дружбы, светлые беседы и память первых нежных дней. Когда же счастье и гроши ты проживешь с супругой милой, и для пресыщенной души все сразу станет так постыло, в мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю. И чем могла в тебе помочь? От счастья я не исцеляю.